Сколько у кого денег? 1,5 ляма. У меня 3 лимона. 3 300. 896 тысяч. Ну что ты все потратил, Джек? Ну машины. Блин, ну не открывайте эти гребаные двери, блин. Ну ладно, мы вдвоем уже доедем. Ну да, в принципе. Я говорю, здесь миссии, да, эти слайтовые, типа там, может, половина отряда вообще может отдыхать. А может будет миссия, типа, пойди, поиграй в топ-1 во Breakfast, там что-нибудь сделай. Такое будет миссия? Это будет, да, такая миссия? Бля, кто меня уебался? А, мы сейчас играем одновременно с чуваками какими-то? Два пидора у тебя, смотри. Ты помимо пидора меня уебался игрок. У него ник был в голову. Давайте, может, я пересоздам сервак, но что, одни были? Сейчас, я пассивный. А, пассивный нельзя включить. То есть тут играют всякие ублюдки, которые могут нам мешать просто обычные игроки. Ну да, но я дефаю, дефаю. Я просто не знал, я думал, что это как обычно хайс, типа, мы на отдельном серваке. Что раньше хайсы вроде всегда были отдельные, типа, без всяких сторонних. А то вдруг несколько людей захотят пройти один и тот же хайс, что будет так. В тюрьму, например, они приедут все одно время. Поэтому на разных там серваках, а тут что-то. Не, ну я думаю, что при таком раскладе будет, ну, типа, ну, разное для всех серваков. А, да, интересно. А если просто, типа, мы выполняем разные задания? Ну да, наверное, первый раз такой даже был. Я офигел, он на меня попал. Что это такое? Кто это? Человек? Лёха врезался, кажись. Да, я... Не, отрезался, я забыл как назад смотреть. Мышкой крути. Я shift жму, что это shift это было написано, что ли? А, блин, я думаю, что у меня FPS просел, у меня же конвертируется этот. Во, слушай, нет, даже я не позволяю себе такого. Да, у меня в аудио файл, то есть из видео в аудио. Там просто длинные двухчасовые. Надеюсь, так. Все нормально будет. Что дальше делать? Дальше что-то надо... Теперь, так, пушки мы достали, тачки достали, что-то там надо какому-то хакеру, по-моему, позвонить или что-то с ним сделать. Легкие бабки, Жак. Смотри, целых 3000 получил. Success. Смотри, машины какие-то, джип. А, вот джип, это то, что мы типа все достали. О, хакерское устройство теперь нужно. О чем? Может, пока это... Закупить-то там всякими этими.